Само название фильма – цитата из старинного кадетского девиза «Душу Богу, сердце даме, жизнь государю, а честь никому». Впрочем, о поре дореволюционного кадетства в картине напоминает только исполненный за кадром старинный романс. Вот так уж мир устроен, или ты, или тебя. Может, больно противно так жить. Может, почему-то дореволюционный кадет. Картина получилась философской. Авторы, а вместе с ними и зрители, размышляют о том, по каким принципам жить, какой выбор делать и что считать порядочностью. Отстань! Это ты мне конфетки несешь? Заодно быть нехорошо, надо сидеть. Девятиклассник Никита, исполнивший одну из главных ролей, рассуждает об актерских задачах, которые перед ним поставил режиссер. Актер, который передает зрителю те моральные качества, которые должны быть присущи в наше время. У нас в фильме снимается двое человек. И я противоположность тому персонажу, который ворует, например, да, который живет не по чести, вот, который обманывает. Работали над фильмом несколько месяцев. Замысел возник у руководителя кадетской видеостудии Елены Репиной. Парни откликнулись и совместными усилиями написали сценарий. Мы написали сценарий. Мальчишки старались, чтобы диалоги были максимально приближены к жизни. И вообще у нас весь фильм, практически все моменты взяты из жизни нашего корпуса. Поэтому... Ничего придуманного. Нет, ну, конечно, мы как-то что-то видоизменили, но основные какие-то сюжетные моменты, они взяты отсюда. Снимали и монтировали кадеты самостоятельно. Несмотря на то, что для ребят это первый киноопыт, получилось весьма неплохо, считают участники съемочной группы. У меня мама художник. У меня, считайте, это в крови кадр делать. Ну, походу, сначала методом тыка просто проверял, что какая кнопка делает. Подставлял, пытался на видео применить. А эффекты какие-то, да? Да, а позже мы уже посещали курсы в городе Боготоле. Там меня учили другим программам, работе с ними. Результат многомесячной работы – успешное выступление и призы сразу на трех серьезных видеофестивалях. Два места на международном конкурсе «Свет миру», победа на Всероссийском фестивале «Юные таланты отчизны» и, наконец, высшая оценка жюри Краевого фестиваля имени известного кинодеятеля Трегубовича в Боготоле. Александр Ловицкий, новости по материалам телекомпании «Канск, 5 канал».